Утро доброе, блядь. Вечер добрый, блядь. Всем привет, меня зовут Владимир, и вы на канале Иновский, и 400 золотых я уже собрал. Pocket Rogue, продолжаем. Остановились мы на том, что мы планируем что? Клыка, наверное. Взять с собой клыка, получается, пса, рысь или голема. 400 золотых я собрал, которые накопились. Кстати, их тоже можно было бы, наверное, прокачать, чтобы было поинтересней. А то как-то маловато будет. Нужно больше золота. Все, к ловкости есть. Босса снесли. Какого-то там первого жирного. А где мы? А что-то нам не дали выбора. А, мы же выжили. Да? Мы же выжили. И у нас остались вещи. Кайфарики. Окей. Оставим пока тогда артефакт на дальность, на разведку. Как бы на дальность видения. И это будет прекрасно. А у нас-то что? Ну, артефактов для босса у нас нет. У нас есть рывок. Даже не знаю, поможет ли нам это. Сейчас мы на какой-то неизвестной локации. Потому как нам не дали ничего выбрать. И поэтому где-то мы чуть дальше, чем надо, получается. Так, гуманоиды. Ну да, действительно, кстати, гоблины-гуманоиды. Это вот они и есть. А что-то жестко здесь все как-то. Между прочим. Ребятки-то не шутят. Сразу на 8 уровень. Не шутят. Чиги нам не помогут, я думаю. Они какие-то слабоватые. Ага, невыгодно. Невыгодная ситуация. Да и мана что-то подводит. Ай-яй-яй. Какой-то опасный. Тип-типочек. Эй. О, хорош. Маг был весьма опасен. Так. На звук там вроде бы как немного жаловались, что можно потише. Давай чуть-чуть потише. Надеюсь, этого будет достаточно. О, нет. Окей. Все в один микрофон. И звук игры, и голос, и все вот это. И поэтому все так произошло. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Карту бы. Какую-нибудь. О, отличный выбор. Поджечь ловушку под ногами. Так держать. Опачки. Чи за шабаш? Это выглядит опасно. Ай, не вовремя потухло, кстати. Думал. О-хо-хо, неплохо тоже. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Какие-то опасные ребята. Вот вам прострела. В таком случае. Нормалек. Профессионально. Ловушка же. Надо использовать ее в своих интересах. Ну-ка. Чик. Ох. Это грамотно. Это ее неспроста там поставили. Я уверен. Давай факелок подрежем. Ого. Хотел факел, получил рецепт. Ну, кстати, ей же чем подхилять.
О, вижу лучок. Опачки. Какой неприятный броненосец. Лучок давайте мне. Да блин, сколько вас там. Еще поди возьми. Ну что вы опять за старое? Не дали активировать. Захват цели. Черт побери. А что так? У него выносливость тоже кончилась, что ли? Чтобы блок держать. Или куда? Факелок мы все-таки заюзаем. О! А может быть из этого что-то? А нет. Не очень-то варианты. Неприемлемо. Они опять там народились. У них респ, походу, на этом костре. Так, ну это что-то как-то несерьезно. Я, конечно, рад фармить вот это все. Кристаллы там, не кристаллы. Ай-яй-яй. Ну, хотя вообще неплохо. Так серию и проведем. Да блин. И боец тебе уже 20 уровня. Как бы. Ой-ой, ты куда? О, с них уже даже кристаллы не сыплются. Опять? Ребята, это несерьезно. Это как-то уже совсем прям неинтересно становится. А как бы так подобраться-то? Я так быстро их не сношу, чтобы успевать. Еще и на респ прибежать. Алло, время дайте хоть. О, благодарствую. И то один успел. О, какой-то зачарованный. Хорош. А накидки-то отстой. От душегуб увеличивает наносимый оружием урон на 20%. На каждый успешный удар возвращает хозяина оружия урон наносит, да? Ага, ну да, ну да. Ну, посмотрим. Как это будет, насколько это будет жестоко. О. А что, кстати, по прокачечке у нас все-таки ничего себе. Так, а в чем мы можем пойти? Ну, давай в силу, я думаю. Да? Ое. К боссу не пойдем. Или пойдем? Ну, ладно, один раз пойдем. Нет, не пойдем. Лучше всему свое время. Надо стать посильнее. Ага. А может быть, нас сейчас заставят, да? Туда попасть. Самовыпилилась. Ну так, тоже удобно. Так, вот это однозначно да. Это нет. Я бы взял на самом деле. Хотя, что-то как-то так сразу дискомфортно. Неожиданно и неприятно. А гоблин-убийца? Они же здесь что, здесь есть не убийца, что ли? Они вроде все какие-то... О, опять, кстати, босс. Только другой. Какой? Чернокнижник. Чернокнижник. Ну, может быть, не знаю, может, сходим. Но это не точно. О, ну, кстати, сейчас уже есть оружие. Только что броню бы. Сейчас, если какую-нибудь броню на уровне поднимем, тогда можно и забежать. Так, а давайте вот, вот так вот. Не так уж и сильно этот фаербол помог, но... Кое-что произошло. Эть, хорош.
Оп. А что там? А что-то мало ударов? Что-то мы умираем? Окей. На что нам хватает? Ни на что. А на клыка так и подавно. Так, а что мы вообще хотели-то? А мы хотели-то посмотреть в целом, где мы? На какой мы локации? Нет. Да-да, нет. Да-да. Что за локация открылась? Вот это? Заброшенная темница? А, и на ней, походу, тоже босс, да? Типа, как вот здесь. Окей. Ну, я что-то не уверен. Как будто бы... Давай попробуем здесь. Чуть-чуть подзаработать. Это что, кстати? Криптопустоты, зомби-мечник, зомби просто. Ну, по-моему, здесь были зомби. Ну, допустим, с пятого этажа прям. Я не уверен, что нам сейчас не напинают жестоко здесь. Потому что мы же сейчас без ничего. Хотя, может быть, сейчас сразу что-нибудь и подберем. Как минимум, здесь просто много всего дают. И золото, и оружие, и всего. И врагов здесь много. Опыт быстро набивается. Ну, мне так показалось, по крайней мере. Ай-яй-яй. О, это что за тактический подкат? Так. Какой-то лютый палач. Был. Разумеется. Что-то взяли уже? Ого. Хорош. Ого, отлично. Ну вот. А ты говоришь, смотри, как хорошо. Ой-ой-ой, что за босс? Жнец, прекрати. Что за каска? Парарам, ну давай. Не так, чтобы комфорт прям, но кое-что. Все-таки пятый этаж. По идее, здесь сейчас должно быть очень сложно без ничего. Хотя мы уже с чем-то с самого начала практически. Так-то можно и к боссу ворваться, если он сейчас встретится. О, хорош. Хорош, мана кончилась. Не появляется, блин. Надо разум качать, чтобы она быстрее копилась. Лучник, не лучник. По закону подлости. О, вот это мы... Это что там, скорости? Отлично. Прям то, что нужно. И не сильно скорость дебафает. И дает бонус к золоту. Было бы прекрасно несколько взять на золото бонусов, так как они суммируются, и тогда вообще получается жир. А это что у нас? Отстой. Опа, вот это может быть фиаско. Повезло. Могло быть и хуже. Яд здесь опасен чрезвычайно. Скелетик не заметил. Угрозы. Ай-яй. Отлично, ты посмотри. Прям хоть к боссу иди. Первый парень на деревне. Прям все дали. Еще двоечка где-то. И где же вы, мои хорошие? Алло. Надо факелок подрезать где-то. Так, ну подожди, тут мы были.
Это точно. А где? А, факел. Беру. Минка. Показалось. О, как будто где-то здесь может быть. Ага. Собственно, на выходе и поджидали. Пау. Так. А у нас же есть все, что хочешь. Да отойди ты. Кошмар какой. О, вот это вот не стоило делать. Кажется, как-то мана очень жестко прям подводит. Да хорош. Так. Это тебе не шутки какие-то. А вот, кстати, если внизу же был котел с хпхой, надо было туда устремляться. Не, пятый этаж — это жестко. Как будто бы много дают, но и по голове сильно дают тоже. А, так, нам нужен компаньон, да? Дорогой получается какой-то компаньон. Так, так, так. Ну давай сюда ворвемся. А, кстати, мы же могли бы и... А, мы пока не можем. Печально, ладно. Так. Ну, хорошо. Попробуем еще разок. Получается, здесь тоже должен быть какой-то ключ в какую-то локацию. Ну, типа, либо босс, либо чё. Либо какой-то допуск. Хотя вероятно, что новые локации откроются с победой над каким-то случайным боссом. О, факел. Броники такие душные. У него и так здоровья целая куча. Увеличивает скорость передвижения. Вот, пожалуйста. А чё это? Увеличивает шанс выпадения предметов, но что-то еще и немножко. Немножко — это как-то несерьезно. Да, на ману пока рассчитывать не приходится, конечно. Хочется прострел, а он слишком дорого стоит, как будто на данном уровне. Маны и так-то немного, так она еще и тратится на обычный выстрел. До кучи. О! Зря радовался. Ох ты! Какой хитрый жук. О! Беру. Это важно. Это очень слабо, но это важно. Можем попробовать залететь к боссу. У нас, в принципе, ничего нет, мы ничего не потеряем. Но, по крайней мере, посмотреть и попробовать его пинануть. Сейчас подхилимся, маны накопим и зайдем. Глянем, по крайней мере, что с ним можно сделать. Вот этих сейчас козырных ребят. Напнем, может, что-нибудь еще будет с них. Но это не точно. Ага. Именно так и вышло. Сыр. Ну, сыр вроде бы ману восстанавливает, кстати. Есть такое? Да. Ох, что-то мы не очень целые. Уля-ля. Так. А чё, кстати, по хп? О. Так, ну пока вроде бы как медлительно выглядит это всё.
Но я уверен, что это ненадолго. Ага. Миньончики поехали. Так, я чувствую, ману лучше для уворота оставить. Не, ну ты смотри, он в принципе отлетает довольно быстро. Ого. Так, я чувствую, я при определенных обстоятельствах тоже довольно быстро отлечу. А с них, о, с них хп, да, падает? Отлично. Это мне подходит. Капец, что он только не делает. Сальтуху только не делает. Возвращайся обратно на свой остров этих, как его? На свой остров тыквоголовых Dark Souls'ов. Ну, вроде хорошо идем. Так, пожалуй. Ой-ой-ой. Уже все изменилось как-то резко. ХП бы. Благодарствую. Так, чуть-чуть. Ой-ой-ой. Маны нет. О, аллилуйя. А что это? Это шлем? А, это шлем. Ого, это мощнейшая стрела просто. А что такое вообще? Защита, обзор меня устраивает. Источник света, наносимый урон снижает. А, это не очень хорошо. Ох, так у меня вообще хп не остается таким образом. Не, нам это не подходит. Слишком мало обзора. О, ее даже продать нельзя. Ой, разобрать. Ну ладно. Ну и что? Что-то я не видел, чтобы что-то открылось. Типа прохода или что? Или куда? Посмотрим. А мы сейчас, собственно, в лагерь попадем? Или куда-то на локацию? А, ну вот, получается, наверное, выход на локацию. Да? Ага. Ага, мы просто вернулись обратно. Ну, тоже хорошо. В принципе. Денег дали, стрелу дали. Стрела, это тебе не хухры-мухры. И получается, мы можем, в общем-то, допустим, и еще в силу пойти. Красота. На следующей пятерке подтянем разум с выносливостью, чтобы как-то гармонично идти в целом. Ну, со стрелой гораздо уверенней. Это ж нифига там. Сколько урона сверху. Вот как-то так. Прям на одну тычку хватает. Другольков. А некоторые из первого скелета отлетают вообще прям. В спешке. Нет. Так, о. А. Я думал, что за враг появился и исчез сам по себе. Опа. Ох. Как-то неловко вышло. Хотя бы никто не стреляет. Так, а где нас не зажмут? А, да нигде. Ха. А что это у нас? Это все нам не подходит. Ну как, мы неожиданно здоровячка-то выпилили. По красоте. Совершенно неожиданно. Вот это хорошо. Вот это я беру. А это что? О, это, кстати, тоже неплохо, по идее. Да, супер вообще. Кайф. Если видимость больше 100, я беру. Тем более, если с такой защитой, то это вообще чудеса какие-то.
Опа. Чик. Это я возьму. Это мне надо. Это вообще мое. Это я сюда принес. Так. Это еще что за ловушки? Хорош. Че-че-че? Нет. А нет. О, 25% сверху. Ну, мы как будто бы прям еще какого-нибудь босса бы зарубили. Так. Вот это, кстати, уже какая-то напряженная ситуация. Хотя уровень невысокий. А вот этот вот броник, это, конечно, вообще неуместно. О, прострел. Зарешал. Situation. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Получается... Получается ловушка. Получается случайно. Вырубила. Абсолютно. Блин, так хорошо шли. Это печаль. Давай выносливость. Это печаль прям. Блин, ну как же так? Шли прям на сотку. Кто бы мог подумать? Я даже не заметил ее что-то. Ну давай. Красавчик. А! Не ту цель ты выбрал. Тюнь. Блин, ну это прям печально. Фига как сложилось все. Надо же было мне встать именно там, где ловушка, и кому-то из вражин выстрелить именно в рычаг. И все пошло не так. Ну, я смотрю, их много здесь, кстати. Стоит быть повнимательнее к ним. В обе стороны. Так-то можно и противников поукатывать. Поинтересней. Окей. Только насобирал себе сет крутой. Алло, ты чё? Бессмертие зелье выпил. Так. Это скорость атаки, да, вроде? Что-то я не прочитал. Ну да, вроде побыстрее. О! Спасибо, добрые люди. Ты с ней бог рандома. Тайник какой-то вскрыл. Так. Что там опять началось? Что за колдунские проделки? А ты что творишь? Сундук мой долго стоит. Ай, опять эта кроличья лапка бесполезная. Ну, пса возьмем. Я думаю, скоро возьмем. Может быть, даже... На этой катке. Ну давай, хорош. Я смотрю, они прямо перед ударом снимают его, да? Можно как-то в тайминг укладываться хитро. А что у нас? А, у нас есть лук. Нам стрела нужна. Этот
О, это сильно похуже. Так. Ну, один на один ты. Не, алло. Зачем они ломают все подряд? Это же совсем никак на него не влияет застойка несчастная. Ни стойка, ни сундук. Фига, что за тип? Под три сразу кидает. Я тоже так хочу. Там есть, кстати, эльфийский выстрел какой-то, перк. Так, берем. Это все не берем. Ну, что-то я не уверен. Там что-то написано про две стрелы. Мне интересно, эти две стрелы друг за другом летят или типа влево-вправо? Потому что если влево-вправо, то это вообще бессмысленный выбор. Хорош. Оп, ты же погибла вроде. Вот это вообще-то тактический очень ход. Телепортироваться за спину. Опять. Это ядовитая ведьма. Какую-то конфету подобрали. О, на 60 секунд больше опыта. Это прекрасно. Минус 14%. Да, возьмем, посмотрим. Тайничок. Что за лук? О, призыв. Хорош. А у нас тут есть вообще еще с кем сражаться-то? Какая-то роба мощи. Так, ну скорость побольше. Да, остальное так себе. Так, еще 6 противников. Ну не, я думаю, на новую карту оставим и призыв. И что там еще? И для опыта то, что, да? Конфету. Тут уже как-то некуда, не на ком. О, стрела, отлично. Так, вот сейчас бы на какую ловушку бы не напороться, вообще было бы супер. О, хорош. Чертежи появляются в магазине, которые перед выходом на, ну, подземелье, на катку. Ну, не знаю, это больше на выход перед боссом, как будто можно использовать. Это все нам не пойдет. Так, ну давай, кстати. О, пес. Пойдем. Посмотрим, что они тут стоят. Фас. Я зацелую его. О, хорош. Опыт мой прибежал. Ну и пес довольно плотный. Не разваливается. Слишком быстро. Бобик, фас. Анфас. Опа, опять это случилось. Ну, собака вообще зарешивает. Мне бы еще бегать побыстрее чуть-чуть. Вообще было бы огниво. 4000 почти. Нормально, клык скоро появится. Так, дедюля, сюда. О, эту шапочку я надел бы. Да побыстрее. О, и пес исчез. Да, супер. А это типа то же самое? Только... Па-па-па-па-па. Скорость регенерации, ну хорошо. Пойдет. Скорость движения та же. Хреновая. Чё? А, грипп. Грипп вроде ускоряет регенерацию маны, если не ошибаюсь. Эх, без пса так грустно.
Грустно и печально. Что, стрелять сейчас еще будет? Так, давай какой-нибудь... Пау. А есть что? А у меня нифига нет. Ать. Здравствуйте. Приплыли. Ай, ты не набрали на пса. Чуть-чуть. Ага, даже полтишок нас не спасет. Ну, значит, в следующей серии. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, паблик, Steam, Instagram, комментируйте, ставьте лайки. И до встречи в следующей серии. Пока!